В Уральске с рабочим визитом прибывает председатель Союза композиторов Казахстана Серикжан Абдинуров. Он встретился с местными композиторами, интеллигенцией региона. Во время встречи обсуждали не только рабочие моменты, но и смогли поздравить тех, кто стал лауреатами конкурса, а чьи произведения вошли в песенный сборник «Об Астане». Творческие люди ищут вдохновение повсеместно. В Приурале настолько красива природа, настолько интересны и разносторонние люди, что всегда есть почва для создания новых музыкальных и песенных произведений. Сегодня в плеяде композиторов по всей стране появляются новые имена, чьему творчеству также нужно признание и поддержка Союза композиторов Казахстана. Мы организовали вот такую встречу с местными композиторами, с местной интеллигенцией, с тем, чтобы в будущем наши известные композиторы могли влиться, могли стать членами Союза композиторов, чтобы из первых уст, как говорится, они узнали положение приема членов Союза композиторов. Этот вопрос решаем, оказывается, решаем, и мы в дальнейшем будем пополнять свои ряды. Председатель Союза композиторов Казахстана подчеркнул, что композиторы нашего региона отличаются своей активностью, интересными профессиональными работами, отметив, что их произведения, песни хорошо известны не только в регионах, но и в стране, а также за ее пределами. В этом году к 25-летию Астаны аким города Астаны объявил конкурс на издание песен об Астане и вышел замечательный сборник «Ел жүрек Астана». Активности западно-казахстанского региона доказательством служит то, что три члены региона – это Еркин Нурымбетов, Гайсагалиев Жаскелең и песни Куаныша Кисметов стали лауреатами и вошли в этот сборник. В торжественной обстановке лауреатам конкурса на создание песенного сборника к 25-летию столицы были вручены эти сборники, а также благодарственные письма акимата Астаны. Екатерина Шмидт, Ербол Мендегалиев, Колыбек Акрап, Акжаик Акпарат.